и Наташи. Ага, сплетни. Ура, сплетни. Да, точно, прикольно. Так, а вы слышали? Итак, опережая Соню, скажу, что группа была создана с целью обсудить письмо Боливия. А в дальнейшем можно писать сюда все, кто что хочет писать. Главное, чтобы Домини этого не видел. Прокол с названием надо подумать. Ага, думаешь? Давайте переименуем. Могу. Вот и повестка. Без тормозов. Без флуда. Почему без флуда? Наоборот, флудоны. Название понятное, группы. А вот выставки какое-то беспонтовое. Да и сленги луналистские, я не знаю. Главное не писать сюда все подряд, а то Наташа заподозрит, что в основной беседе поток мыслей изменчал. Так что давайте по существу про биеннале. Если тут вставлять, может, было песню, как ВКонтакте, я бы вставил песню Залупина про биеннале. Без Антонины. Все, больше мыслей мне сказать нечего. Без джинсы. Без понтовка. Опять пишешь, раздеваться будет. Но меня не шокировало так сильно, как Софу, потому что она уточнила, что читайте как хотите тему, я читаю буквально, не углубляясь в критику, поэтому мне ок, я буду делать все, что хочу. Если всем тема ок, то я откланиваюсь и сижу тихо. Потому что и так многое расстраивает, не хочу еще больше расстраиваться из-за биеннале. А Наташа видит новые сообщения? Володя не ок, он уже сказал. Софья тоже не ок. Тема ее расшифровка. Давайте сделаем про джинсы и обозорим ее еще больше. Это наш куратор, мой Вивиса. Я утрирую, конечно, я вообще не конфликтный. Тогда и тем биеннале должна быть самоорганизация. И концепция должна быть такой. Если не нравится текущий порядок вещей, то самоорганизируйся. Это вообще актуальный вопрос для российской действительности. Это вообще одна из ключевых проблем для России, когда слабая самоорганизация и все подчиняются мнению сверху. Ой, уже 9 часов. Пойду за пивом, пока подают. Вернусь, почитаю. Кажется, в этом чате будет больше флуда. Ага. Есть какие-нибудь другие мнения по поводу текста? Интересно знать, что вы думаете. А у тебя какое мнение? Главное, что не сидит. Мне показалось, она как-то нехотя взялась за эту выставку и решила вот так вот выкрутиться, раскритиковав сам формат. По мне так не хочешь, не берись. Не знаю, могу ошибаться. Да ладно вам, она с самого начала не скрывала, что не очень понимает, зачем. Ну да, в лице читалось. Мне тоже. Она отъебаться от нас хочет просто. Ну, у нее было в профиле написано еще работу. Ей дали работу, но работа не пришлась ей не по вкусу. Но отказаться уже как бы стрёмно. В связи с этим интересно узнать мнение прошлогодней группы. Сегодня спрошу, я знаю одну там. Да вспомните, когда вы видели хорошую коллективную выставку Шамаха. Так давайте сделаем хорошую, разорвем порочный круг. Нам никто не мешает сделать хорошие работы. Вот именно, надо что-то менять. Я хочу отдельный павильончик. Давайте по лодочной ваге разобьем. Уделку нам уже приходилось копировать. Тогда надо искать другую подходящую площадку. А что думают остальные? Или они не в онлайне сейчас? Никита, немедленно говори, что ты думаешь. Я думаю, что все в какой-то степени молодцы. Но про выставку надо подумать. Дипломатично. Миша, что молчишь? Я лежу, сплю второй день, письма не видел еще. Антоним норм, баба, что гоните? Вот. Прочитай письмо, один момент.
Только хотела написать, и Миша успел. Мне она сразу не понравилась. Сама организация. Долой кураторов! Куратор художнику пиявка! Я не говорю, что она плохая, просто позицию странную выбрала. На баррикады! А я говорю, что она плохая, потому что явно на отъебе сделает. Я тоже не думаю, что она плохая, просто она зажата в тиски дипломатии. Кто знает, что бы она нам сказала в такой же беседе с глазу на глаз. Выход один, нужно делать хорошие работы. Видимо, независимо от того, что в письме она сказала, кто хороший, кто плохой, норм баба и наоборот. А что она, как куратор, дальше этой темы будет делать? Я уже накатил, предлагаю обсудить все в баре. Ладно, как всегда, дело утопающих, в руках у них самих. Надо что-то выдумывать. Сейчас? Да, короче, нам баба. Почему бы не сделать так? Взять тему, самоорганизация, и написать всю эту историю сначала. Мол, вот мы студенты, и мы столкнулись с такой ситуацией, и ощущая, с одной стороны, беспомощность, а с другой, что от нас хотят отмазаться, решили не втискиваться в рамки предложенных обстоятельств, а поступить кардинально, исследовать тему возможности самоорганизации, как работами, так и выставкой в ЦР. Вот это кураторский концепт, а не Дынца. Ребята, нам нужна тема без Володи.